Магу и Ункас столкнулись лицом к лицу в деревне Делаваров, чей вождь Томинунд приказал им найти орлиное перо. Первый, кто сделает это, получает кору. Ункас верит в свой успех, но Магуа выходит победителем с помощью обмана и лжи. Синяя черепаха. Ты ведь знаешь, что означает этот дым. Это церемония очищения коры, после чего ее заставят выйти замуж за этого грязного пса Магуа. Не происходит ничего такого, о чем ты не знал заранее. Это кинжал Магуа. Я пойду в деревню Гуронов и воткну его в землю у ног Магуа. Я брошу ему вызов, разорву его в клочья. И навеки запятнаешь свою честь. Если хочешь бросить ему вызов, ты можешь сделать это только после свадьбы, ты знаешь. Прекрати, почему ты причиняешь мне боль? Ты сам делаешь себе больнее, когда ноешь и скулишь, словно щенок, получивший пинка. Где тот воин, которого я знал? Быстрый, как ветер, проворный, как олень, чья рука много раз спасала меня от смерти, рука, наказывающая зло и вознаграждающая добро. Где мой сын? Сын, чьи волосы я расчесывал, когда он еще не мог называть меня по имени. Сын, чье вздрагивающее в лихорадке тело я согревал длинными зимними ночами. Сын, чей ум и дух я воспитывал. Сын, ставший светом очей моих. Отец! Пусть черные тучи плачут дождем и грозами. Пусть потоки струятся через долины вечных поисков. Пусть вспышка света озарит небо и укажет тебе путь. Только одно может остановить свадебную церемонию. Да, мой сын, война. Да, но для войны тебе нужны люди, которых у нас нет. Но магикане принадлежат к народу Делаваров, они станут моими людьми, отец. Сын, не думаю, что их заботит твоя война. Знаю, они стали племенем старых женщин. У них есть маленькая деревня, это все, что им нужно. Но в моих венах течет кровь древних народов. Им придется пойти за мной. Не кровь делает тебя вождем. Как деловар, ты должен вернуть им ту честь, которой они лишились. Дьявол, что это за выстрелы? Гуроны. Ружья! Быстро, Дункан! Нет. Они крадут лошадей.
Ничего не поделаешь. Положите свое ружье. Вы гости в нашей деревне и должны уважать законы, по которым мы живем. Мы станем слугами гуронов? Невероятно! Они не сделали ничего, чтобы остановить их. Последний раз, когда я сохраняю вам жизнь. Но никогда больше не пытайтесь оскорблять деловаров или пожалеете об этом. Не передайте магу, что Ункас держит его кинжал и хочет знать, хватит ли у магу храбрости, чтобы попытаться вернуть его. Мы так ничего не сделаем. Нет, полковник, нам запрещено помогать. Соколиный глаз, великий змей, ветер переменился, это будет хороший день. Пусть то, что принадлежит деловарам, останется с ними. А наши жизни? Ты их вернешь, когда гуроны примутся за нас? А? Вы беспокоитесь о жизнях, это понятно. Но ведь гуроны крадут вашу честь и достоинство. Это все слова. А важно лишь то, что деловары живы. А если гуронам нужны 4 хромые кляч, пусть берут. Он молод и глуп. Я прожил много зим и уже видел, как мою деревню сожгли дотла. Это очень могущественное племя. Они словно красные муравьи. Раздави одного, на его месте появится 1000. Примиритесь с ними и пусть едят свои крохи. Да, я молод, но ты глупее меня. Вы получили хороший урок сегодня, но не можете его понять. Гуроны всегда обкрадывали вас, но сегодня они убили собаку одного из сынов деревни. Это значит, что следующим умрет он сам. Это случайно, собака начала лаять. Просто не беспокойте их, и скоро они оставят нас в покое. Нет, они будут позволять себе все больше и больше. Они скажут, что вы не мужчины, и сами позаботятся о ваших женщинах. Да, они нападут на вас. Дайте им малейший повод. И даже без него они будут убивать, потому что им ничего за это не будет. Муравьи никогда не довольствуются крохами. И, почуяв добычу, волки не сдаются, пока не лишат ее жизни. Надо убить его и отправить его тело гуронам вместе с лошадьми. Да, его кровь насытит их жажду мести, и они не тронут наше племя. Да, убьем его. Ну, попробуйте, убейте меня. Ты думаешь, я этого не сделаю? Ты очень ошибаешься. Умри, собака! Знак клана вождей? Великий вождь племени деловаров? Но эта ветвь вымерла? Нет. Ветвь прошла многочисленные бои с множеством врагов и живет теперь в моем отце и во мне.
последним из магикан. Во мне живет дух, который сделал великим народ деловаров, гулявший по дорогам пастбища урожаев. Но сегодня эти дороги обещают лишь жертвы и кровь. Так или иначе, я не вождь вам и не могу просить вас идти со мной. Но я сделаю, как вы хотите. Я спасу ваши жизни и передам себя в руки гуронов. Я иду с тобой. Я тоже. Я. Слава вождю! Слава, слава! Слава! Слава вождю! Пришел великий и благородный вождь, чтобы возродить в стариках боевой дух. Мои последние дни будут так же светлы, как весенний снегопад. Отец, теперь ты наш отец. И оружие, которым владели наши предки, переходит к тебе, к последнему и к лучшему. Слезы будут потом, сын мой. А сейчас нам предстоит война и победа. Что происходит? Онкос напал на отряд гуронов, теперь они хотят разрушить селение деловаров. Магуа говорит, что не стоит беспокоиться и хочет послать туда маленькую группу. Почему они смеются? Что она сказала? Она сказала, что Магуа хочет сражаться только с тобой. Он не позволит войне остановить свадьбу. Этого юноша удивительное чутье командира. Он повел за собой целое племя. Извини, папа, я сейчас вернусь. Здравствуйте, Дункан. О, здравствуйте, Алиса. Кажется, вы мне что-то хотите сказать? Раз вы все понимаете, полагаю, не стоит уделять этому слишком большое внимание. Ну, хватит. Не надо ничего объяснять, мой милый Дункан. Видеть, что вы счастливы, для меня огромная радость. Должен сказать, я не ожидал этого. Я знаю. Вас практически с колыбели, и всегда был уверен, что однажды мы поженимся, но... Но мы попали в удивительное приключение. И ваше сердце потеряло покой. Почему вы не пойдете к нему и не скажете, как сильно любите его? Думаю, он чувствует, что его долг отойти в сторону. Он изменился, когда вы присоединились к нам. Видите, как далеко может завести галантность? Вы должны сказать ему и немедленно. Здравствуй, Алиса. Что вы делаете? Долг женщины – раскрасить своего мужчину, который идет на войну, и ее честь – заботиться о нем, когда он вернется.
Можно? Я так счастлива. Я тоже. Мы должны действовать умно и удивить их. На твоем месте я бы забыл об уме и просто сдался. Великий змей. Ну, мисс Алиса, это вы? Я просто Алиса, которая никак не может подобрать слова, чтобы сказать мистеру Соколиному Глазу то, что давно уже должна. Вы понимаете, что делаете? Я обычный охотник, в то время как вы... Обычная женщина, Соколиный Глаз. Твоя женщина. Алиса. Впервые в жизни мне страшно, что я могу умереть. В конце концов, мне есть что терять. Дорогая! Любовь моя, я вернусь. Обещаю тебе. Мужество, моя дорогая Алиса. Давайте готовить бинты, кипятить воду. Будет много раненых. Кинжал! Идите, друзья, сделайте все, что сможете. А что это все значит? Эти жуки чувствуют дрожь земли на большом расстоянии. Они укажут нам, откуда идет большая группа всадников. Магу и его гуроны. Теперь мы знаем, что они замышляют. Спасибо за помощь, юный воин. Возвращайся в деревню и будь осторожен. Если враг нападет с другой стороны, скачи ко мне со скоростью ветра. Положитесь на меня. Мудрый ход. Он спас мальчика от опасности и от оскорбления, которое бы нанес ему, не взяв его на войну. Да, не менее мудро было понять это. Под флагом его величества я заслужил право называться хорошим солдатом. Но с вашей помощью, дорогой Чингачгук, я надеюсь, однажды удостоится звания великого воина. Занять позиции! Не убивайте его, братья. Пока. Племя сумасшедших слепых глупцов следует с древности щенка, который пролить кровь за белую женщину. Не было племени глупее с тех пор, как великий дух создал мир.
Но теперь Маго сделает правильный выбор. Маго примет извинения племени Делаваров. Маго позволит крови Ункаса смыть оскорбление. Ункас заплатит свой долг. У Ункаса есть кинжал, который принадлежит Маго, и теперь Маго придет и заберет его. Возьми свой кинжал. Он бесполезен, как ты. И теперь мне мало только свободы моей женщины. Сегодня я провозглашаю свободу всего моего народа. На губах Делаваров сейчас только одно слово – война. Но если вы смиренно будете вымаливать прощение, мы обдумаем вашу просьбу. Я все сказал. Объявлена война, свадьбы не будет. Настал час последнего сражения.